Так, ну что, я продолжаю. Икском, если короче вещи в шайс. Так. Ну что, мы встретили нашего знакомого, которого вот будто бы не здесь, вот произошли только вчера, да, а они уже такие корифаны. Типа, о нет, ну выглядит игра все-таки очень-очень красиво. Красиво. Красиво для 50-х. Так. Извиняюсь. Они ходили без мыслей, так и остались без мыслей. Как это? Интересно. Что за уже? Уважаемый мистер и миссис Карузо, я с прискорбием сообщаю вам, что ваш сын Крис погиб при исполнении служебного долга. Он мог стать одним из лучших наших полицейских. Он храбро сражался и не отступил даже перед лицом превосходящих сил противника. Крис знал, кто ему противостоит, и это его не остановило. Это плохое утешение для родителей, потерявших сына. Я хочу, чтобы вы знали. Когда все это закончится, я представлю его к награде. Искренне вам сочувствую, лейтенант Марк Визма, полицейское управление ПИБа. То есть ты придурок, вы увидели, что это НЛО, его убили, ты закопал, да? Ну хорошо, ты похоронил на заднем дворе этой аудиостанции, да, или радиостанции, блядь. И такой, типа, ну... Наверное, его предки выжили и придут, а записку, да, прочитать. Долбоёб, но. Если он погиб, да, молодой, это, подготовленный боец. То вот и предки, конечно, старики доживут, да, вот это вот, они до сюда идут. Конечно. Даже пальмы растут. Как интересно. Что это за хуйня? Так. Нихуя. Они повсюду. Доктор, вы тоже это видите? Да, Картер. Не представляю, сколько энергии нужно для такого терраформирования. Нападать в лоб нельзя. Наша задача найти фазовый плоттер. Потом уже будем разбираться с гадами. Они еще заплатят. Да что платить-то? Как замечательно, тут пальма вообще, она вот через камни выросла. Неадекватная вообще штука такая. Как будто в Нью-Мексико понастроили небоскребов. Будто бы ты нахуй заткнулся. Thank you.
сюда, да? Так, на 8% увеличит урон, наносим вражеским щитам. Это вообще что, перчатка или что? Почему не так на 8%? Так, дорогой Джим, как я жалею, что не уехал с тобой и Молли. Мне странно простуду. Я даже не знаю, что сказать. Я бы удержал все, кроме этого. Я бы нашла тебя и Молли. О, как я рада, что ее сейчас здесь нет. Последние 3 дня я прячусь в домике. Молли на дереве. Звучит глупо, но я прячусь от пришельцев. В городе их полно. Большие жуткие твари. Они не нападают первыми, но я думаю, что из-за них мы болеем. Я видела, как люди, как в тумане, бредут к башне пришельцев. У них черные слезящиеся глаза. И они всегда, и они все время разговаривают сами с собой, повторяют одно и то же. Я чувствую, что это происходит со мной. Трудно сосредоточиться, у меня влажные глаза, а когда я касаюсь их пальцами, становятся черными. Я не дам себе превратиться. Я хочу помнить тебя и Молли. Как я тебя люблю. Помнить, пока я жива. Но это будет нелегко. Это будет недолго. Я взяла с собой этот пистолет и воспользуюсь им. Я не дам себе превратиться. Я так люблю вас обоих. С любовью, Мария Марьяк. Кдыщ! И нет Марии Мердок. Всего-то... А, ну ладно. У нас гости! Ты... Почему он здесь? Так. О, точно. Так, я сейчас смогу назад сходить? Если получится сходить назад, я хочу выполнить пару ачивок. Не получится. Ну ладно, в следующий раз. Плюс у меня там в снаряжении новый пистолет должен быть. Ну, пистолет, потому что дылся пистолет. Смотрите, серые! Так, сколько их там? Значит, ты... Станьте невидимым. Дальше него. Ну, только давай не через вот эти вот свои держишь. Через стену, да, ты собрался? Окей. Вперед! Иду на позицию. И потом жахнешь. Сомните их. Бац. А я? Мы дали бы! Почти забил его! Внимание! А вот и Глот! Арки в сторону! Спрячьтесь вон там! Выдвигаюсь! Ну, потом жахнешь такой. Назад! Вали его!
Где там снайпер? Защита, сюда! Понял вас! Выдвигаем! Блять. Вообще неудобно управлять этой вот штукой. Прикончить его! Принято! Нет. Отвлеките этого ублюдка! Ломите ему! Отвлеките их! Всех убили, что ли? Все равно я не тот пистолет. Должен быть. Отходим. Отхожу. Посмотри, какая прелесть, новая пушка. Так, пускай 3 реактивных ряда, которые ускоряются, обнаружить цель. Типа... Снайперка, что ли? Или что ли? Или типа гранатомет? Похоже, мы у периметра. Надеюсь, до силы готов. Так, я могу это открыть? Нет. Вот, да, Сильва. Опять пальму, вот сука, за тупаны. Да, Сильва, мы подходим к основным укреплениям. Так, значит, ты убираешь вот это, ты нападаешь на вон того. С этим разберитесь. Я делаю вот так. Хуйня. Это их точно отвлечет. Отличная работа, Нико. Удачи, Картер. И тебе, Нико. Мы вернем тебя домой целым и невредимым. Обещаю. Обещание ничего не стоит. Защита снята. Патрули сдвигаются от башни. Я закину Уира и заберу Досилву. А вы начинайте. Так, разобраться с не очень. Ну, если их там много, то да. А так
Мы не первые, кто идет к башне таким путем. Может, нам повезет больше? Ну, я вообще не понял, как его завалило-то. В принципе. Глот сосет. Так. Да охуеть. Клейшн. Они нас не видят. Почти добил его. Так. Сейчас. Теперь. Быстро. Подожми. Так. Быстро. Нет. Ломите ему. Да пора их кончать. Тан-тан. Да ты лох. Вот вы лохи сраные. Ходу. Давайте глота. Да ты лох! Так. Толчок! Назад! Жахни ты. Ломите ему! Жахни я. Вверх! Я ложусь на цель! Блять, что же за... Отвлеките их, быстрей! Сейчас отвлеку их! Защиту, сюда! Меняю точку! Сбейте его! Прикончить его! Прицеливаюсь! Так. Бей! Мы дали бы! Сейчас будет лучше! Подними же его! Я уже иду! Помощь мне не повезает! Сейчас очнется! Флот! Флот поднялся! Так, теперь вы там, придурки. А? Ты.
Спрячьтесь вон там. Меняю позицию. Сбейте его. Принято. Ты. Вас понял. Начинаем иди движение. Сюда. Прикончите его. Все, блядь, нет. Но вперед. Да, обосраться. Он нам пригодится. Сейчас буду. Тут вот что у нас было. Опыта 20, это хорошо. Музончик, да? Капитан Гарднер, нам удалось кое-что найти у Леффермана. Только еду в основном разобрали. Остатки испортили. Скажите, четверть часа приходится прятаться, чтобы нас не заметили. Только я и Бул. Мейер присоединился к остальным лунатикам. Но все время бормочет эту чертову шутку снова и снова, как заевшая пластинка. Мы пошли за Мейером и выяснили, как лунатики попадают в башню. За Лефферманом стоит необычная капсула. На них лунатиков... башню. У меня нет охоты следовать за ними, так что мы поищем другой путь. Чертовски жаль Мейера, но мы ничем не могли ему помочь. Надеюсь, мы с Булом не подхватим эту заразу. Лейтенант Маркиз, мы борьбы с подправниками. Вот все-таки такая, да, сука? Все-таки хотел, чтобы его запомнили. Еще подписывался за пизд. Нет, просто яйцо на ножках. Необычно. Список очередных средств от простуды. Ахмед Авай, Роб Кэнсон, Джо Конли. Так, я, наверное, должен их запомнить. Ахмед Авай, Роб Кэмпсон, Джо Конли. Всем служащим Лефферманам. У нас заканчивается средство от простуды, о чем вам наверняка известно. Следующая партия поступит в течение 2 дней. В аптечном киоске находится список, в котором покупатели записывают свои имена, чтобы встать в очередь. Если покупатель выразит недовольство, извинитесь и вежливо направьте его к списку очереди. Обязательно
Закрывайте рот, докашляйте или чихайте, регулярно мойте руки. Я помню, что в условиях проблем с водопроводом это нелегко сделать, но Альберт уверяет, что очень скоро все будет исправлено. Пока что вам будут предоставлены бутылки с дистиллированной водой. Говорит мой отец, мы в Лифермане можем сами себе помочь с уважением. Джей Лиферман, подонок, младший Лиферман, генеральный директор Супермаркета Лифермана. Так, ну понятно, они все болеют, все кашляют, все какают. Тёлочка, тёлочка, она даже тёлочка. Не понимаю, почему это? Так, чё? Это кто? Боже, вы посмотрите. Да я-то уже посмотрел. Это ты посмотри. Те. Дебил. Уильям? Добро пожаловать на войну, доктор. Спасибо, Уильям. Скорее бы узнать, что в башне. И взглянуть на мозаику, так сказать, вблизи. Вы, главное, не высовывайтесь. Хватит на сегодня трупов. Уверяю вас, я не стану вам обузой. Док, я не стану рисковать заданием, чтобы добыть вам пару новых игрушек. Тише, тише. Эти новые игрушки изменят ход войны. Надеюсь. Как бы вас защитить, когда войдем? Послушайте, я воевал на Тихом океане. Мы освобождали Борнео. Стрелять я умею, уверяю вас. Доктор, вы, главное, не лезьте под пули и делайте свое дело. Да-да, разумеется. Что нас может ждать внутри башни? Мозаика полностью контролирует... Пазлы, блядь! Но я смогу подключиться к ним. Не знаешь, из чего мозаика состоит? Из пазлов? Как вам сказать? Дятел. Мозаика говорит со всеми, кто слушает. Так мозаика — живое существо в некотором роде. Может, перевод неправильно? Может, не мозаика, а мозаика? Какая? Мозаика. И она согласует свое поведение с намерениями того, кто вводит команду. Выходит, она может думать? В пределах программы, да. Мозаика — лишь инструмент. Однако инструмент поразительной сложности. ИИ, да, как? Тоже захотел власть. Обещать не могу. Но, пожалуй, я смогу подключиться к мозаике. Или даже... Да, вон, видишь, лунатик идет, смотри. Если нет, путешествие будет коротким. Если нет, я потратил впустую 10 лет работы. А лунатики? Не представляю. Рабы? Перевоспитание? Топливо. Не радует. Да. А, нет, скорее всего, мутация. Ладно, берем фазовый плоттер и уходим. Вы точно знаете, где он? Известно, что мозаика с этой башней управляет полетами через врата Верна. Если верить шпиону, на кораблях в башне должны быть фазовые плоттеры. Если только он не врал. Маленький терминал, я отключу защиту. Обычно солдаты, это, наверное, вот есть мутанты. Люди-ширинки, которые. Если я правильно понял, протоколы мозаика. Вы не слишком-то уверены, доктор. Всякое может Док. Быть. Ну ладно. Идем. Ну уже, Уильям. А, здесь не пройти, да? Уважаемая миссис Мэйер, я с прискорбием сообщаю вам, что ваш муж Джошуа пропал без вести. Предположительно погиб. Предположительно погиб. Так, уже понятно. Он был выдающимся полицейским. Одним из тех, на ком держится полиция. Его 20-летняя служба не будет забыта. Я глубоко сочувствую вам. Лейтенант Марк Гизма, полицейское управление ПИМ. Так, вот сигнал. Чего? Ну уже, Уильям.
Идем дальше. Как они понимают, что надо идти сюда? Их ведет мозаика. Так же, как она управляет чужими и зараженными спящими агентами. А как зараженные превращаются в лунатиков? Мозг человека может выдержать влияние мозаики, но недолго. Потом сознание уходит, и человек становится лунатиком. Нико сопротивлялся. Да, но на это способны люди с исключительно сильной волей. Такие, как Нико и Лоуренс. Вот сука! Осторожней! Группа Досилвы вошла здесь. Мы на верном пути.
Первая группа добралась только до сюда. Внимание. Это... Редмонд и Кинни. Они дрались до последнего. Они заслужили лучшей смерти. Двое убитых, один заражен. Эти мрази еще заплатят. Похоже на защитный барьер. Вперед, доктор. Не подведите нас. Секундочку. Подключаюсь к мозаике. У нас гости. Чего? Защищайте доктора! Что за черт? Функции идеально соответствуют команде. Обычная беседа. Действительно. Я почти убедил мозаику. Меня прибрали! Скорее, док! Этот последний. Может даже показаться, что мозаика хочет нам помочь. Но это, конечно же, не так. Держите дверь открытой. Уходить мы будем очень быстро. Итак, я... Ну, подожди. Я снова вернулся. Как вообще работает мозаика? Через жопу. Коммуникационная сеть, совмещающая технику и телепатию. Она управляет войсками. Техника и телепорт. Так, у меня новый пистолет, у меня все новое. Я поменял шкин. Я сомневаюсь даже, что это можно считать телепатическим контактом. Поверьте, я осторожен. Блять! Поставили на это свои жизни. Мне надо выбрать каждого. Короче, с тобой надо взять... команду каждого из отрядов, каждого спеца, короче. Агентов с разными этими спец хуйней. Лунатики, боже правда, что они делают? Доктор, здесь лунатики на каком-то конвейере. Вы можете остановить его? Боюсь, что нет. Система слишком хорошо защищена. Мозаика расстроится. Мне плевать, чего хочет мозаика. Вы ее остановите? Даже попыткой сделать это поднимет тревогу. О, черт. Мы потеряли город, бойцов, а теперь мы теряем и оставшееся население. Что нам делать, мать вашу? Найти фазовый плоттер и нанести ответный удар. Чтобы они не смогли сделать то же самое со всей планетой. Да, вы правы, док. Нам нужно собраться. Вы справились, Картер. Мы все в вас верим. Куда ты положил? Сиську? Из дробача, да, я взял? Окей, хорошо. У меня было вместо автомата. Похоже, мы нашли одну из тех штук, которыми они атаковали Грум Рейндж. Удивительно. Если верить мозаике, вся башня выросла только из него. И это не предел. Значит, они хотят построить не одну башню. Двигатель, который создает всяких уродов. Впрочем, а, что сейчас было?
Вот он как бы стартует, а потом такой, типа, как бы на месте, да? Больше шагов просто делает, типа он бежит. Док, что нам искать? Мозаика говорит, там должен быть проектор материи. Он перенесет вас дальше. Что-то вроде лифта? В общем, да. Встаньте на круглую платформу. Капитан Гарнер, мы забрались в какие-то пещеры под башней. Здесь все время ходят пришельцы. Они становятся на этой платформе, нажимают кнопку, а затем исчезают. Должно быть, это какое-то устройство для телепортации. Какое-то устройство для телепортации. Это фантастических романов, которые читает моя сестра шлюха. Мы с Булом хотим попробовать воспользоваться им, похоже. Это единственный путь, если не хочешь присоединиться к лунатикам. Лейтенант Марк из Мопатистских управлений. Какого хуя ты хотел мой пистолет отдать? Как нажму на кнопку по башке кому. Ну, давайте попробуем. Джентльмены. Встаньте на круглую платформу и нажмите на кнопку рядом. Да, на месте. Они даже не в круге. Башня делала очистка. Где мой док? В стыковочном шлюзе. На полпути к башне. Главное, не смотрите вниз. Так, получится снаряжение на 30% увеличит урон, который оружие наносит бронированным целям. То есть это улучшение к рюкзакам, что ли? Так получается. Потому что я не вижу, чтобы где-то еще отображалось. Okay. Ой. Я говорил, что боюсь на сарай. Да хватит. Надо ты просто на сарай. Найти мост. Энергетический мост. Вау, ой, там закат. Вау. Два вау в одном месте. Вау, вау. Вау! Твау! Твау! Ту-вау! Твау! Твау! Блять. Так, там какая-то хрень. Хватит орать там кошара, пока я тебя не пришил. Транспорты набиты лунатиками. Их отправляют на планету чужих? Чудовищно. Да, да вообще безобразие какое-то. Так, закись там, сука! Блять! Вот ты, сука! Ебал закрыл! Мразь. Опс. Так. Хорошо. Хорошо. Что тут еще у нас? Так, а здесь у нас капитан Гарнер.
башню и сумели остаться незамеченными. Мы обнаружили, что пришельцы грузят капсулу с лунатиками на корабли. На корабли отправляют их бог знает куда. Бул говорит, что нам пора уходить. Говорит, что нам пора уходить. Но я думаю, что мы должны обследовать капсулу. Обследовать капсулу. Все, ему пизда нахуй. Они выглядят удобными и надежными. Удобными и надежными. Бул не хочет подпускать меня к ним. Я не позволю мне остановить. Не позволю мне остановить. Не позволю меня остановить. Не позволю меня остановить. Не позволю меня остановить. Натмар. Гим. То есть ты тебя заклинило, но ты написал эту записку. То есть после действий ты должен был ее написать. А, чё это? Хуевина. Да и в рот его и псись.